110 миллионов рублей в течение 2017 года поступило в республиканский бюджет от йошкар-олинских налогоплательщиков в виде НДФЛ – налога на доходы физических лиц. По словам сотрудников налоговой инспекции, статистику уплаты налогов заметно улучшают дни открытых дверей, которые пройдут в МРИЭЛ в начале будущей недели уже в седьмой раз. Есть вопросы, касающиеся уплаты налогов? Обращайтесь. 23 и 24 апреля все налоговые органы МРИЭЛ открывают двери с 9 утра и до 8 вечера. Налоговые службы ждут в первую очередь тех, кто обязан отчитаться о своих доходах за прошлый год. Сейчас в самом разгаре декларационная кампания. До ее окончания осталось чуть меньше 2 недель. За 2017 год необходимо отчитаться не позднее 3 мая 2018 года, уплатить налог не позднее 16 июля 2018 года. На сегодняшний день налоговая декларация о полученных доходах представила лишь 35% граждан из числа обязанных это сделать. Нет возможности прийти в налоговые органы лично, оформите декларацию через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Электронная подпись при этом формируется бесплатно. На сегодняшний день этот сервис оформили более 83 тысяч человек. Из них более 3 тысяч подали декларации в этом году. Все они имеют возможность отследить свои начисления по объектам налогообложения, узнать о задолженности, сформировать платежные документы и уплатить налоги в режиме онлайн. Большее количество деклараций представлено претендентами на налоговые вычеты, связанные с обучением, лечением и приобретением недвижимости. Кстати, все желающие смогут прямо на месте в день открытых дверей заполнить, в том числе и с помощью специальной программы, и сдать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. С их перечнем можно заранее ознакомиться на сайте ФНС России налог.ру.